Снова всем привет. Нашел очень интересную игрушку на форуме. Называется она Critical Strike Portable, что означает в переводе критический портативный удар. То есть та же контра, только уже на Android. Кстати, неплохая игрушка. В чем ее уж не плюс? То, что она не требует установки кэша. Игрушка полностью бесплатная, не требует никаких там затрат. И сейчас хочу вам показать, как ее установить и сделать небольшой обзор данной игры. Смотрим и повторяем за мной. Подключаем, как всегда, наш Android как USB накопитель. Идем в наш съемный диск. Выбираем папочку, куда мы будем скидывать приложение для установки. Ну, у меня папочка, я вам уже говорил, то что я создал вот такую папочку, назвал ее тут, и все время скидываю туда приложение для установки. Берем наш скачанный архив, распакованный. Ссылочка для данного архива будет под видео. Открываем его и берем это приложение, скидываем. Еще раз хочу напомнить, что преимущество здесь данной игрушки то, что она не требует установки кэша. И это очень даже облегчает процесс установки. Далее, сейчас я перейду на веб-камеру, чтобы вам показать, как нужно установить и запустить игрушку. И там все уже объясню. Отключаем наш Android от компьютера. Заходим в меню нашего устройства. В любой файловый менеджер находим папочку с нашим приложением. В данном случае эта папочка будет под названием тот. Заходим туда и видим наше приложение. И нажимаем установочку. Запускаем прогресс установочки. Подтверждаем установочку. Все, дожидаемся концовки установочки. Программа установочки завершилась. Можно нажать «Готово», но я сразу открою ее. Хочу заметить сразу то, что после того, как игра запустится, загрузится, у нас высветится по умолчанию английский язык. Как его изменить, я сейчас покажу. Вот, видимо, английский язык у нас появился. Так, нам нужно нажать вот на этот вот шестереночку, потом язык и выбираем Россия и назад. И вот видим, уже, пожалуйста, все появилось на русском языке. Данную игру можно играть как и в онлайн, так и в офлайн. Так как в интернет у меня не подключен, я вам продемонстрирую в офлайн режиме одиночную классическую. Давайте на выживание игру. Вот карты также можно скачивать, если у вас подключен интернет. Одна вот она идет, стандартная карта. Как бы запускаем ее и дожидаемся загрузки. Сразу хочу предупредить, что первый раз запуск карты, как загрузочка, будет немножечко вот так вот долго действовать. Уже после второго запуска уже она намного будет быстрее загружаться. Вот видите, грузится. Ждем. Вот видим, игра запускается. Нажимаем играть. И в режиме выживания желательно спрятаться где-нибудь в безопасном месте, чтобы как бы не могли ни сзади подкрасться, ни справа, ни слева, а просто с какой-то одной стороны. В данном случае, в данной карте, я считаю, что стоять под лестницей, как бы вот под этой, самый удобный вариант будет. Отсюда удобно будет их всех так вот пострелять. Будут всякие зомби ползти, также будут бежать солдаты. Если у вас игра будет тормозить, нажмете на настройки, убавите качество, как я сейчас это сделал. Так, оружие у нас стандартно будет только пистолет и ножик. В процессе игры можно будет все это приобрести после того, как убьем немножко.
зомби, чтобы денежки как бы пополнились, и тогда мы сможем покупать это другое оружие, все другие вещи. Вот я думаю, в данной версии лучше всего находиться вот здесь, вот под лестницей. Потому что когда зомби будут идти, они будут идти только отсюда, и их будет удобнее пострелять. Смотрим. The drum. Также вот здесь вот можно во время игры купить оружие, поставить автоматически покупки патронов и продолжить также дальше играть. Теперь давайте сыграем в классическую одиночную игру. Загружаем карту. Вот такой сделал я краткий обзор небольшой.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте классы, пишите комментарии, буду рад ответить. Всем пока!